Из-за чего это происходит? Трудно будет, повторите, пожалуйста. Почему старообрядцы самое свирепое общество? Из-за чего это происходит? Видишь как, это происхождение. Вот прошло 360 лет с реформы Никона. А у них это, вот у них там был один отец Симеон Дурасов. Но они его сразу исключили, и все. Он говорит, у нас такое положение, как будто нас утром только сняли с дыбы. Под ногами горел огонь. Они очень ненавистные. Даже не выскажешь как. У меня теща умерла, она из старообрядцев. Я приехал, заметили, что я у дверей стою. Уже не, просто молебен шел. Но молебен это не литургия. Из алтаря там бабка какая-то, зачем они в алтарь пускают? Говорит, подошла, а ты не Игнатий Лапкин? Я пальцы показал, молчать надо. Она опять зашуршала туда. И, видимо, узнала, подошла. Батюшка сказал, чтобы вышли из храма. Но у меня теща здесь, вот я, ее труп лежит, и мне проститься надо, молиться буду. Ух, вредный какой! Понимаешь, это даже высказать нельзя. Когда никого нет, они друг друга грызут. Вот к ним перешел канадский Михаил. Епископом поставили. Они его до такой степени, до полного умопомешательства добили. Он говорит, не причаститься, ничего не могу. Вот какое дело. Я сколько знаю, они везде такие. Почему такие они? Ну, такое состояние, что, думает, их обидели, заменили двуперстие на троеперстие. Да я молюсь двуперстно еще. Никто никому. То и другое элемент ереси защищает. Когда меня спрашивают, а как правильно пальцы слагать? Как католики. Пять ран у Христа, пять ран. Крест изображается, наш крест. Ты глава всему. Через Деву Марию нас, погибших, на левой стороне перевел на правую. Пятью ранами. Видишь, как божество бесстрастно. А здесь небеса, склоненная земля. Троица тоже. Троица не страдала. Страдал Бога-человек по человечеству. Это все я расшифровал им за пять минут. Вот так и нет. Ну, вопросы давайте. И кого нет? Что, молиться будем? Ну, назначайте тогда, Игнатий Николаевич. Ну, да, я спрашиваю так. Валентин Ассортисон здесь? Кёнус Егорах мей. Заган зебите. Шпрехан зедойш. Валентина, суин май зинге. Нету. Еще что сделать-то такое? Вот. А Антоний Ермолин здесь? Да, здесь, Игнатий Тихонович. Ну, вы знаете, пропоют, нужно молитву прочитать краткую и восславить Святую Троицу в конце. И аминь. Кто согласен, говорите аминь, делая молитву своей собственной. Во славу Божию. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Достойно есть якова истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово росшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, я благодарю Тебя за день сегодняшний, за все милости и щедроты Твои, которые Ты подаешь нам по молитвам нашим, за занятия по Слову Божьему, которое укрепляет нас на пути истинном. Молим Тебя, Господи, укрепи нашу общину, не дай разрушить чужим то, что было сделано Духом Святым во укрепление веры нашей. Помоги братьям нашим и сестрам,
Благодарю Тебя за учителей наших, за наставника. Подай, Господи, нам крепости в вере нашей. И за все Тебя благословим, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Аминь. Аминь.